Итак, всем привет. Я зашел на Лунет, я использую как тестовый полигон для пушек. Сегодня я хочу рассказать про прикольный пистолет в последнем сезоне в этом. Ну вот, называется, короче, он ИАС Луна. Он стазисный пистолет. Стазисный пистолет, значит. Вот так выглядит. Однажды, юный сокол, ты полетишь под серебряной луной. Мне вот выпал с бонусами оружия изгой. Диверсант. Ну, диверсант что-то не очень мне. А вот в левой колонке бронебойные патроны. HC зверный глаз и эффект. Ну такой себе средний. Вот хорошо, что на скорость перезарядки абсолют упал. Ну сейчас я покажу, как он стреляет. Сейчас найдем каких-нибудь врагов тут. Так, ну где тут враги? Во сколько сверху. Ну вот так он стреляет, ничего. Такой прикольный звук у него достаточно. Вот изгой сработал. Так, сейчас расскажу про рекомендованные перки на него. Ну, значит, перки есть на него вот такие вот. Диверсант, надгробие, киллерский магазин, гармония, движущаяся цель, быстрый прицел, быстрый удар, вечное движение, изгой, дальномер, неумолимость, разогрев. Рекомендованные перки для ПВЕ. Киллерский магазин и изгой. А вот в левой колонке расширенный магазин или увеличенный магазин. Но рекомендованные, кстати, вот какие тут. Даже вот гадрольные. Диверсант, быстрый удар, крупнокалиберные. Ну, здесь такие вот. Вечное движение тоже рекомендованное. Но у меня такая смесь выпала. Такая, как бы, значит, полугадрольная. Ну, я бы, конечно, хотел бы себе перк тогда выбить из этих вот из всех. Вот можно киллерский магазин, изгой, бронебойные патроны и на скорость перезарядки. Ну, еще можно вот надгробие, изгой и вот это или вот это. Для ПВП рекомендуют перки, движущаяся цель, дальномер, рикошетные патроны или быстрый прицел. Ну, движущаяся цель рекомендована для более лучшего управления револьвером. Дальномер такой перк, это когда ты, ну, добиваешь моба при прицельной стрельбе, и только тогда увеличивается дальность на короткое время, так что это
Ну, перк он такой себе ситуативный. Изгой прицельное убийство заметно ускоряет перезарядку. Ну, вот этот даже лучше перк. Быстрый удар — это быстрый точный удар, ненадолго улучшает стабильность и скорость перезарядки. Ну, кстати, вот киллерский магазин вместе с быстрым ударом очень хорошее сочетание. Или вот, скажем, вот быстрый прицел и быстрый удар тоже очень хорошее сочетание. Выпадает револьвер, есть такая активность в этом сезоне, новая, тиски алчности. Когда вы завершаете активность из сундуков, он выпадает рандомно. Но это данж такой платный, доступен. Но если вы купите там это полностью, ну, предзаказ оформите на новый сезон, на новый годовой абонемент. Вот как я сделаю. И это тут появится. Ну или сейчас, наверное, можно отдельно просто купить. Напишите в комментарии, можно или там вот вместе с сезонником только. Ну, доступен. Ну, в принципе, вроде... Ну вот в PvP не хожу, поэтому я про PvP. В PvP не могу продемонстрировать, как он работает. Я только PvE демонстрирую. Ну вот, вот есть новая активность. Там тиски алчности, да, вот, где он падает. Но это уже, ну, про нее тоже будет разговор. Про эту активность покажу там, ну, прохождение этой активности, но это уже совсем другая история. Как говорил один известный телеведущий. Ну так что на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всего вам доброго. До встречи.